Анонс 45-й серии сериала «Постучись в мою дверь в Москве». Как мы помним, с предыдущих серий Сергей упрекает Алину в том, что она позволила Фалькону провести переговоры с новым клиентом. В свое оправдание Алина давит на то, что Сергей сам планирует уехать с Сашей, но тот не планирует бросать компанию. Это слышит Саша и обижается на Сергея. Саша говорит, что никогда не простит тех, кто причастен к смерти ее родителей. И Сергей не решается рассказать возлюбленной правду. Алина все еще переживает из-за несостоявшейся свадьбы и рвет все фотографии с Филиппом. Продолжение вы сможете увидеть в очередной серии, которая выйдет уже 29 апреля на ОКО. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.